Привет, друзья! Я рада, что вы сейчас на моем канале. Чтобы не затягивать вводную часть видео, хочу сказать, что сегодня я сделаю обзор на кофеварку электрическую с функцией капучинатора. Марка этой кофеварки следующая – DL8150K. Почему я решила снять это видео? Потому что, когда я разбиралась с тем, как она работает, я не нашла в интернете практически ни одной инструкции. Есть какое-то видео на YouTube, но оно снято довольно скромненько. И я решила, нужно это исправить, потому что мне эта кофеварка досталась без инструкции по применению, просто потому что был подарок родителям, и они ее передали мне, но уже как бы не в полном составе. Я думаю, вам будет интересно узнать, как она работает, как она включается. В общем, я покажу все, вплоть до того, что мы сварим с вами вкусный, ароматный, безумно приятный кофе. Сама кофеварка довольно лаконичная. Это фирма Delta Lux, состоит из четырех главных, так скажем, компонентов. Это сама кофеварка. Вот обратите внимание, что у нее есть съемный поднос. И вот тут вот такая вот трубочка, это как раз и есть капучинатор. Дальше дополнительно к ней идет вот такой вот резервуар для кофе. Он с крышечкой, вот таким образом. Резервуар рассчитан на 4 чашки кофе. Вот тут вот есть разметка, это 2 чашки, это 4. А вот здесь, где нарисован пар, столько жидкости воды необходимо для того, чтобы взбить молоко или сливки для добавления в кофе. То есть сделать капучино. Дальше. Следующая деталь. Она состоит как бы из двух. То есть вот такой вот металлический держатель. А это съемный фильтр, куда непосредственно накладывается кофе. И последняя деталь, это вот такая вот мерная ложечка. То есть вот этого достаточно, вот этой емкости достаточно, чтобы сварить 4 чашечки кофе. А вот эта часть ложки, это такой утрамбовыватель, да, скажем так. Итак, давайте я покажу весь процесс на примере. Я думаю, это будет интересно. А вот как раз обратите внимание, в контейнере для воды было чуть больше, чем 2 кружечки. То есть, и поэтому вытекло сюда кофе больше. Такое тоже бывает, это имейте в виду.
Итак, кофе мы с вами сварили. Теперь самое время приступить к взбиванию молока со сливками. И все, капучино будет готов. Обратите внимание, что для взбивания одной кружки молока достаточно вот такого количества воды. Как я уже показывала, вот тут есть деление. Итак, снова откручиваем резервуар. И доливаю водичку. Теперь нужно подготовить молоко и запустить нашу кофемашину. Для себя опытным путем я вывела, что лучше всего взбивается смесь молока со сливками. Для смеси я беру вот такой вот домик в деревне, 3,2% жирности. И вот такие сливки, первый раз их пробовала, станция молочная, 10% жирности. Дальше буду использовать вот такую кружку. Лучше использовать глубокую кружку, потому что молоко из сливки увеличивается в размерах при взбивании, и они становятся горячими. Если через край начинают выплескиваться, то можно обжечься. Беру вот такое количество, примерно 100 миллилитров получается. Ну, может быть, 150. После того, как вы подготовили молочко, только после этого включайте кофемашину в режиме капучинатора. Так, сейчас покажу. Вот этот режимчик. Вот пар. И сразу подставляете кружку вот сюда. Потому что он начинает работать где-то мгновенно. Ждем несколько секунд. Вот он уже заработал, видите? И все, давайте взбивать. Итак, у нас получилась вот такая вот пенка. Смотрите, то есть молоко увеличилось в 2 с лишним раза. И мы можем добавить ее в кофе. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Теперь обратите внимание, что я поставила кофемашину на паузу. Если у вас есть еще кружка кофе, вы хотите дальше взбивать молоко, то вернитесь в положение капучинатора. Вот здесь вот она есть, вот оно. И вам будет достаточно водички, чтобы взбить еще кружку молока. Если вы не хотите этого делать, тогда вы можете
поставить кофемашину в режим выключено. В этом случае из машины пойдет пар, и поэтому будьте осторожны, чтобы не обжечься. Она выпускает весь пар, ну, для того, чтобы, видимо, подготавливает к следующему этапу нового заваривания кофе. Поэтому давайте я вам покажу. То есть я поворачиваю на выкл. Вот видите, здесь будьте очень осторожны. Но пока она дымит, я могу выпить свой свежеприготовленный капучино. Очень вкусно.